Оправданный правозащитник Дмитриев раскрыл планы на будущее. Глава Карельского мемориала Юрий Дмитриев, признанный невиновным в изготовлении детской графии, сообщил о планах на будущее, передает Коммерсант ФМ. «Мне хотелось бы отдохнуть, выспаться как следует, потому что последние дни были достаточно напряженными. Честно говоря, меня эти 3 месяца особо не напрягают, потому что я все равно сижу дома и пишу книгу о спецпоселенцах в Карелии. Как раз за это время я ее и закончу», — рассказал он. Дмитриев добавил, что получил оправдательный приговор по 2 инкриминируемым статьям: «Развратные действия», статья 135 УК России, и «Фотосъемка несовершеннолетнего лица в целях изготовления графии», статья 242.2 УК России. «Благодаря работе своего адвоката и поддержке знакомых и коллег, я понял, что не один, что товарищи меня не оставят», — признался он. Карельский краевед признан виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья, статья 222 УК России. Его приговорили к 2,5 годам ограничения свободы. С учетом времени, проведенного в СИЗО, фактически наказание продлится 3 месяца. Дмитриев составил книги памяти жертв политических репрессий в Карелии и основал в регионе несколько мемориальных памятников на местах массовых захоронений расстрелянных узников ГУЛАГа. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся. Предыстория нашедшего тысячи жертв репрессий правозащитника Дмитриева оправдали перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.